Приветствую вас. Вы знаете, мне почему-то кажется, что вы задали свой вопрос вообще немного не по адресу. Вот почему-то мне так кажется. Потому как немного странно видеть вопрос о том, куда переезжать, да, то есть вот я хочу переехать, но куда мне переехать, помогите, подскажите, вот, где будет лучше и наоборот, в разделе психология, вот. Потому что психолог, он работает на самом деле немного с другими процессами, да, психолог, он работает с процессами проблем, конфликтов и так далее. Здесь вы, если вы действительно просто не знаете, куда вам переезжать, а переехать как бы хочется, вот, то мне почему-то кажется, что вопрос это все-таки не к психологу, не к психологам. Вот. То есть я понимаю, что у вас могут быть с этим проблемы, вот. Но вопрос это не к психологу. Вот. Именно психолог на этот вопрос вам ответить не сможет. Ну, вот. Можно определить ваши, например, цели. Да, то есть вот как моя коллега сказала, да, какая у вас цель. Можно определить цель. И уже исходя из целей, исходя из того, соответственно, какие у вас цели, вот, что-то делать, например. Можно исходить из того, что вас не устраивает в вашей жизни, ну, в регионе, вот. То есть можно посмотреть в таком направлении. То есть что конкретно по факту не устраивает вас, да, вот. Быть может, вы пытаетесь компенсировать то, что вас там не устраивает в жизни, ну вот в регионе, да, вы пытаетесь компенсировать это переездом в другое место, но это не компенсируется переездом в другое место, потому что все проблемы вы принесете как бы на новое место, на любое место. В любое место человек принесет свои проблемы. Вот, поэтому сперва нужно найти гармонию в себе, и уже потом после этого эту гармонию нести, там, соответственно, другим людям. Вот. Только так и никак, соответственно, иначе. Вот. Надеюсь, этот аспект понятен. Вот. Может быть, у вас есть какие-то свои, значит, конфликты, противоречия, сложности, проблемы и так далее. Может быть. В таком случае, опять же, нужно смотреть, что за сложность. Что они из себя представляют, эти сложности? Вот. И уже в зависимости от того, какие они, эти сложности, уже можно будет с ними, собственно говоря, и работать. Вот. Понимаете, да, о чем идет речь? Ни в коем случае не наоборот.
потому что наоборот, это, ну, это по сути иллюзия только, только лишь иллюзия. Вот. Дальше. Понятно, что нужно определить, чего вы ждете. Ну, от переезда вообще. То есть, что вам хочется от переезда? Что вы ожидаете от переезда? В чем основная проблема переезда? Если основная проблема переезда это, допустим, деньги, вот, то исключительно финансовый расчет, значит, здесь. Это, опять же, ну, не сказать, чтобы совсем психологическая задача, это задача, может быть, коуча. Вот, задача может быть коуч, ну, коуч-специалиста, но не психолога. Вот, и выясняется это все-таки на беседе, да, то есть, в принципе, психолог-то, он может быть коучем, да, да, то есть, работать с коучем мы можем, но вопрос как бы немножко в другом. Вопрос, он все-таки больше в том, в чем проблема ваша. Вот. Куда переезжать? Чтобы что? Где привычно и комфортно? А разве то, что привычно и комфортно, определяется не вами? Вот. Понимаете? Разве это не вы определяете, где привычнее? А где комфортно? А если вы испытываете сложности с тем, чтобы определить для себя, что привычнее, а что комфортнее, так, может быть, с этого и стоит начать разбор. Ну, разбор проблем ваших, например, что такое для вас привычность, что такое для вас комфортность, вот, чем определяется привычность, аноним, чем определяется комфортность для вас, все для вас. Все это для вас. Вот. Понимаете? Это все определяется вами, это не определяется, ну, другими людьми. Как бы. Вот. Поэтому задача, да, она, ну, значит, задача, она именно такая для вас будет. И уже после разрешения конфликта, да, внутреннего, после раскрытия проблемы, уже можно будет говорить о том, что делать дальше. Вот. А так, по поводу куда переезжать, куда угодно. Куда угодно, где вы сможете раскрыть себя. Если, например, вам нравится профессия, которая не популярна или не востребована в вашем регионе, соответственно, ехать надо туда, где ваша профессия востребована, да, но где маленькая конкуренция, чтобы вы стали востребованным специалистом. Вот. То есть все зависит от этого, от приоритетов. И от внутреннего состояния, субъективного, вот. От личных проблем переезжать не нужно. Там, грубо говоря, не нравится вам
скажем так, состояние инфраструктуры в своем городе. Вот. Он все едет туда, где инфраструктура лучше. Изучает этот вопрос, смотрит, пробную поездку совершить. Вот. Все это работает, все это можно сделать на самом деле. Вот. Поэтому, ну, как бы главное, чтобы желание было. Ну, для этого, да, у вас. Вот и все. Вот так. Но цель определяете только вы, и проблемы определяете только вы, и мотивацию определяете вы. И, соответственно, исходя из этого, уже и можно строить деятельность. Поэтому, если хотите, можете взять одну консультацию или две у психолога и поработать в этом направлении. До чего я хочу переезжать, чего я ожидаю, как мне пришла в голову эта идея и так далее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.